Вот это интересно. Да ну, да нет. Ну, очень, ну, скучное, ну. Оно элегантное. Оно скучное, правильно, Лидия, я с вами согласна. Мне нравится. Что тебе нравится, Вер? Что тебе нравится, если ты еще ничего не видела? Давай посмотрим, давай еще полистаем. Вот это интересно. Ой, да вы что? Чего? Нельзя так оголять спину. Не девочки, ну что вы, это я для себя присмотрела, мне такое пойдет. Нет, давайте тут еще посмотрим. Девочки, вообще-то я думала про... Что? Вот просто костюм белый, чтобы я потом могла в нем ходить. Детка моя! Это же реликвия! Ну, это не одежда, как можно ходить куда-то в реликвии, правильно? Вер, нет, ну правда, с костюмом это уже перебор какой-то. Вер, ведь свадьбу человека раз в жизни. Да. Где вы таких людей сейчас видели? Как? А я? А я? Посмотрите на меня! А что с прической, кстати? А? Я думаю, можно вот поднять. Розочки какие. Я предлагаю поднять наверх. И локоны, локоны, локоны. Вер, давай смотреть дальше. Всем привет, как успехи? Вадим. Вадим, вам нельзя. В этот момент вы вскидываете пистолет. Прицеливаетесь. Останавливаете дыхание и нажимаете на курок. За вас, Нарине, чтобы было много деток. Товарищ, вам какого надо? Или ты, как всегда, все прослушала? А между прочим... И выбросив все глупости из головы,